мобильная баня МБ-12. Цвет фирменный камуфляж. Посмотрим, что у нас внутри. Итак, мы находимся внутри мобильной бани МБ-12. Это мобильная баня с предбанником. Ширина предбанника, это тамбура, около 1 метра. Длина 1,85 м. Здесь окно, вентиляционное окно у нас. Закрываем дверь. И сразу же заходим внутрь парильного помещения. Здесь в предбаннике можно оставить вещи, переодеться. Заходим внутрь парилки. Это парильное помещение. Вот такой небольшой предбанник и парильное помещение. У окна приточной вентиляции установлена печь Optima. Печь безопасная, имеет встроенный искрогаситель, зольник, на варочную поверхность ставятся камни для сауны, специальная горная порода какая-нибудь, гавардиабас либо жадеит, и делается каменная закладка. С этой стороны у нас защищено кожухом, слева, справа, в передней части печки и сзади тоже защищено кожухом. Расстояние между тентом и печкой тоже достаточно безопасное, и определяется это расстояние пластин разделки, которая имеет достаточную ширину для того, чтобы предохранять ткань от температурных повреждений. Бак БН-9 на 9 литров. Сюда заливается вода. Вода в баке закипает. Кран открывается. И поддаем на камни.